Привет всем, с вами Джексон, и сегодня мы соберем еще одну интересную схемку. Вот такая схемка, это у нас простой металлодетектор, источник схемы в описании, там все очень подробно расписано, я думаю, большинство тех, кто хотя бы умеет паять, может с ней справиться, главное это найти компоненты. Все компоненты очень простые, самое главное это у нас три транзистора, это КТ-315 и КТ-361, очень популярные транзисторы, особенно в советской радиотехнике, у кого есть советские детали, без проблем смогут их найти. Также есть современные аналоги, вот так они выглядят, наверное, многие их уже когда-нибудь видели. У них одинаковые корпуса, но там все различается в маркировке. У КТ-315, вот у нас он слева, так, сейчас я возьму КТ-361. У КТ-315 буква располагается слева вверху, вот маркировка там А просто, а у КТ, получается, 361 у нас буква располагается всегда по центру, может быть выше, ниже, но она всегда располагается по центру. Это единственное различие. Если вы не поняли, что я сейчас сказал, то сможете прогуглить, об них информации очень много. Также к ним можно без проблем найти китайские или современные аналоги. Компонентов у нас тут всего лишь 15, это у нас 4 резистора, вернее 5 резисторов и еще один, ну то есть 4 простых резистора, еще один переменный, 4 конденсатора, 3 транзистора, один простой диод и один светодиод. Я, честно говоря, с AliExpress заказал схему, тоже металлоискателя, правда, там немного принцип другой, там, когда подносишь к катушке металлический предмет, будет издаваться звук через специальный динамик. Тут у нас, когда подносишь к катушке металлический предмет, будет загораться светодиод. И нам нужно, самое главное, это сделать катушку. К сожалению, я делать катушку не буду, у меня сейчас нет времени, но там все в источнике, все подобно указано. У меня есть уже готовая катушка, честно говоря, я не знаю откуда. Думаю, она подойдет. Вот тут, кстати, даже название, кто успеет прочитать, скажите, от чего она. Там все достаточно просто, в источнике даже предлагают это все дело просто на корпус ручки намотать. По-моему, там нужно 100 или 150 витков. Я думаю, тут это есть. Ну ладно, попробуем все это спаять, собрать, проверить. Будем паять опять на такой макетной плате. Честно говоря, это плата от, так скажем, прошлой схемки. Я все выпаял. Мне тот блок питания явно был не нужен. Зачем мне зря тратить макетную плату? Я все выпаял и буду ее использовать повторно. И, как вы заметите, вот в некоторых местах, вот тут особенно, вот тут оторвалась, так скажем, контактная площадка. Ну, в общем-то, не очень хорошие эти макетные платы. Не намного разовое использование их можно использовать, поскольку, ну, реально плохое качество. Допустим, двухсторонние платы, которые я заказал, они были получше. Ну ладно, все сейчас попробуем собрать и посмотреть, как у нас получится. Питается это дело у нас от 9 вольт. И ну, все достаточно просто, я думаю, любой новичок, который хоть умеет паять, сможет собрать. Самое главное, все правильно соединить. В общем-то, давайте начнем. В общем, все спаял, но, к сожалению, металлоискатель у нас не работает, точнее, не работает должным образом. Проверял все компоненты, пробовал разные катушки, но все равно добиться желаемого у меня не получилось. Кроме того, у нас сейчас используется вот такая вот катушка. Это почти идеальная катушка, по крайней мере, как указано в источнике, поскольку у меня было две одинаковых катушки, одну размотал, в этой катушке было 110 витков. В то же время на источнике было указано, что нужна катушка на 100 или 150 витков, то есть эта катушка почти идеально подходит, но все-таки должным образом она не работает. Пробовал даже вот такую катушку, тоже не работает. Ну, не знаю, в принципе, давайте продемонстрирую. Кстати, тут у нас есть переменный резистор на 4,7 кОм. При помощи него нельзя добиться грани срыва генерации, ну, по крайней мере, так указано в источнике. Взял поэтому резистор на 10 кОм. Сейчас он вот таким образом припаян, не очень красиво, но для проверки сойдет. И, кроме того, на другую сторону его достаточно трудно вывести.
Давайте покажу, что есть у нас. То есть, вот у нас есть катушка, если внутрь продеваем вот этот вот пинцет, то светодиод начинает гаснуть, но все равно на дальнюю станцию не работает. То есть, вот у меня есть вот алюминиевый радиатор, на нем никаким образом не работает, есть вот железные плоскогубцы, на них тоже никаким образом не реагируют. Есть даже вот такой вот железный трансформатор большой, на него тоже никаким образом не реагирует. То есть металлоискатель вроде бы и работает, но не так хотелось бы. Схема 100% работает, скорее всего, косяк в катушке. Я думаю, даже косяк, наверное, в проволоке, которая в нем используется. Там в источнике было указано, что нужна проволока диаметром 0,1 или 0,15 сантиметров. Я использовал проволоку диаметром 0,2, миллиметр, уже заговорился. Долго, если честно говоря, паял. Но, не знаю, все-таки не получилось. Также заметил такой эффект. То есть, если мы выключаем светодиоды, есть у нас рядом вот такой блок питания, который никаким образом с ними не связан. То есть, вот даже если не верите, вот его конец. И когда мы его включаем или выключаем, происходит какой-то вот такой непонятный скачок. Не знаю, с чем это связано, но такую фичу я заметил. Возможно, в этом блоке питания есть трансформатор, который каким-то образом влияет на нашу катушку. Но такая вот фишка есть. Кстати, сейчас он почему-то не работает, наверное, так. Вот. Не знаю все-таки. Вот такая вот схемка. Если вы все-таки решите собрать, соберите, попробуйте, скажите, в чем была моя проблема. То есть схема 100% собрана правильно, косяк, скорее всего, был в катушке. И единственное, что я изменил из характеристик, это сопротивление переменного резистора. Пробовал сначала с этим, с ним ничего у меня не получилось, поставил побольше, с ним вроде результат был получше, но все равно не тот, который бы хотелось. В общем-то, с вами был Джексон, подписывайтесь, ставьте лайки. Вот такая вот схемка. Вроде бы и работает, но не так, как хотелось бы. Скорее всего, косяк какой-то в катушке. Также, наверное, на днях попробую намонтать еще новую катушку с проволокой меньшего сечения. Если у меня получится, то сниму дополнительное видео и об этом расскажу. Но схемка на данный момент не работает должным образом. То есть, на металл она реагирует, но не так бы, как хотелось. То есть, вот я вставляю, и оно чуть-чуть гаснет. Ладно. В общем-то, с вами был Джексон. Подписывайтесь, ставьте лайки. И, в общем-то, пока.